10 лет вообще суперзвезда, там, ну, то есть кому как везет. Если тебя не знают, тебя нет вообще. Когда я сказал, что я поеду в Алма-Ату, меня не поддержал вообще ни один человек в мире. Я просто падал и такой в подушку и просто ревел. Слезы сами текут просто. Я что, похож на человека, который так скажет? Можно сказать, я не слушаю музыку вообще. Ну, не слушаю рэп, такого вообще трудно. Не люблю, когда мне кто-то помогает. Не то, что не люблю. Это очень приятно, не люблю просить, не люблю. Я люблю сам все. Вообще рэперы неплохо зарабатывают. Губ жив, и это пошло не из Казахстана, это вообще такая мой мощнейший флешмоб. Что меня отличало, как бы меня ни давили, я никогда не останавливаюсь. Я например, начинаю от кассира, заканчивая охранниками, просто с ними проходишь, сейчас с ними фотографируешь, продукты выбираешь, становишься фотографируешь. У меня очень клевый, воспитанный слушатель, и его не так много и не так мало, я чувствую себя комфортно. Возьми на руки сына, обними мою жену. Лучший день в моей жизни, день, когда я умру. Я просто создан для этого, и все, я не могу не писать.